Глава 16 книги Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои, разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ратоборец, вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста, земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный.